Так, всем привет! Сейчас у нас будет распаковка от Roblox Boblox. Вот этого канала. Вообще, как правильно говорить, я не знаю, но вот где-то. Вот написано от Roblox Boblox. Так вот. Я вообще не знаю, что там, я предупреждаю, делала не я. А как это открыть-то? А где открывать? А, ножницы. Ножницы. Да, блин. Вообще не резаться. Так, так, вот уже что-то начинается. Так. Прикольно. Как достать-то? Как достать? Так. Так, вот такая вот коробочка. Так. Жди 2К. Спасибо. Вот такая вот коробочка. Так, сейчас, подождите. Блин. Так, вот такая коробочка, жди 2К. Сейчас будем вскрывать. Тут очень много скотча какого-то. Надо отодрать это все. Ножницами попробуем. Не получается. Так, вроде. Так, тут написано от Roblox Boblox. Тут написано распакуй на видео. Тут осторожно, хрупкое. Все не представляю, что там может быть хрупкое, потому что я догадываюсь, что это моя ос. Так, угу. Ой. Так. Ага. Что с этой запиской делать? Непонятно. Так. Что делать-то? Где открывать? Так. Блин, светло вообще. Так, открываем. Угу. Блин, скотч не оторвешь. Угу. Так, ну что получается, как открыть, не знаю. Ну вот, вот. Угу. Так. Угу. Ну вроде все. Сейчас последнее вот это оторвем. Очень страшно так открывать, потому что такое ощущение, что сейчас коробка в космос улетит. Так. Вот последний. Вроде все, да? Нет. Нет. Очень страшно, реально. Не отковыривается. Как отковырять-то? И вообще. А, посмотрите, смотрите. А что не открывается-то? А ладно, ножницами порежем. О, пошло дело. Так, открываем. Ой, опять не открывается что-то. Что не открывается? Скотч? Так. Вау, смотрите.
Пакетики, пакетики какие-то. Так, вот такой пакетик. Там что-то внутри объемное. Полоса. Под арт под 100 подписчиков вроде. Еще один пакетик. Ева-кит. Ева-кит. 163. И сюрпризики. Так, не указано, где открывать. Ладно, начнем. Влезаем. Очень хорошая. Коробка вообще топ. Мне очень нравится. Человек старался. Так, уже что-то видно. Уже что-то... Это кнопка Ютуба. Это кнопка Ютуба. Так, что-то гремит там. Что-то гремит. И вроде все. Только кнопка Ютуба. Дальше пусто. Мне очень нравится, как эта коробочка. Тоже вся в скотче. Так, это кнопка. Угу. Как открыть-то? Как открыть? Я точно ничего не сама. Так, открываем. Мне очень нравится. Так, как открыть? Как это открывается? Угу. Как это открывается? Так. Вот так, здесь как-то. Привет, Ева Кит. Поздравляю тебя с 1000 подписчиков. Так, привет, Ева Кит. Поздравляю тебя с 1000 подписчиков. Очень мило. Спасибо огромное. Вот записка от Roblox Boblox. Дальше у нас. Roblox Boblox, прости, если я неправильно говорю. Так, тут еще какой-то значок Ютуба маленький. Вообще вроде в кнопках такого не делают, но вот как-то так. Очень прикольно, человек постарался. Так, там кнопка Ютуба и черная. И какая-то штука. Ни у кого такой нет. Так, ни у кого нет такой кнопки. На 1000 подписчиков есть только на 1 000 000 или где, я не знаю. Короче, у меня есть кнопка на 1000 подписчиков. Roblox Boblox. Спасибо большое, мне очень нравится. Это топ, человек реально видно постарался. Ну и в целом все, оно вот так закрывается, открывается, мне очень нравится. Реально очень круто. И кнопка на 100 подписчиков на 1000 ни у кого нету. Сейчас. Я принесла свою ось уже сделанную. Где кнопка? Вот. Теперь у нее будет кнопка Ева. Радуйся, нюх. А вот такой нет. И записка очень душевная. Так. Угу. Сейчас. И записка тоже очень душевная, правда, фокус решил не делать ее душевной. Жаль, что вам не видно почти, что там написано. Такая, не знаю, зачем штучка, но тоже прикольно, потому что очень мелко, а человек все равно нарисовал. Да и в целом коробочка тоже очень классная. Тут вот YouTube, тут логотип YouTube. Еще по-английски написано. Для меня это вот вообще шок, восторг. Вот так открывается. Сравните наши рисунки. Вообще, все очень детализировано. Мне очень нравится. Приступаем. Так, сравните. Это вот не мой это стиль, поэтому это не я рисовала. Реально, мне от другого блогера пришло. Ну, это мой друг, он мне сам дал. Надеюсь, вы поверили. Так, открываем сюрпризики. Так, вроде бы здесь надо отрезать. Вообще, не знаю. И это... На всякий случай всегда пиши, где нужно отрезать. Так, блин, мне кажется, что-то отрезала. Так, еще надо подрезать. Реально говорю, всегда... Ой-ой-ой. Всегда делать там, где нужно отрезать, если делаешь подарки. Там что-то есть, там что-то лежит. Так. Открываем.
Почему она так сложно достается-то? Очень красивый подарок. Так, почему оно не достается? Реально сложно достается, но мне нравится. Прикольно сделано. Вот такой вот пакетик. Где открывать? Вот такой огромный пакетик. Мне очень интересно, что там будет. Так, здесь где-то что-то можно сделать. Он разошелся, он сам открылся. Продолжаем, главное ничего не порвать. О-о-о. Вау, это моя ос. Вау, спасибо, ты даже нарисовала лучше, чем я. Цвета очень подходят, и глаза тоже прикольные. Это очень круто, спасибо, спасибо, Роблокс, Боблокс, спасибо большое. Теперь у меня две ос. Вот, жаль, теперь у меня две ос. Ничего, так, этот пакетик сразу в мусор. Так, открываем следующий пакетик. Так, следующий вот пакетик. Он, собственно говоря, такой пакетик. Надо его тоже где-нибудь найти, эту штуку заветную. Я нашла. Там что-то белое. Это маска Алисы. Вау. О, блин. Это маска Алисы. Еще что-то приклеилось. Боже, это не передать словами. Так вот компот. Так, это напиток это компота. Так, пирс. Это браслет. Нужно сюда вот на руку. Так, вообще это пирсинг, но... Нос пирсинг не очень. Это еще цепочка может быть. Это просто ожерелье. Так, все это будет ожерелье. Так. Тут у нас, видимо, рука. Это рука, наверное. Не знаю, что это. Прилепить. Так. Так, я все достала. Что-то... Выглядит странно. Не очень выглядит. Ну, ладно. Это что? Это вообще что, я не понимаю. Не только Роблокс Боблокс, пожалуйста, не обижайся. Самое главное, это маска Алисы. Очки. Ой, на ней еще что-то. Очки. Очки. Очки просто топ. Очки топ. Вот, это очень круто. Очки мне очень нравится. Так, теперь маска Алисы. Это вот вообще... Ну и маска Алисы. Это очень странно. Примеряем так. Маску Алисы. Так, надеваем. Угу. Вау, что там Алиса, какая крутая маска. Короче, Роблокс, я очень благодарна. Это очень круто, спасибо большое. Большое. Спасибо. Я придумала. Вот так вообще топ. Просто лайк, если хочешь видеть зайчики. В пятом сезоне Алису в очках. И вот такой вот мини-телефончик. Тут YouTube и еще что-то. Ну, короче, все очень круто. Спасибо большое всему. И очки. Короче, попробуем. Так, примерим маску Алисы на мою обычную ос. Ну, как-то, короче, так. Ну, а чё, в принципе, норм. Так. Вот так вот вообще круто. И мне очень нравится.
Спасибо. Так. Я это обязательно... Где? Где? Блин, опять прилепляй-то. Так, что дальше-то? Короче, вот за это все это я огромное все спасибо. Вот такие. Спасибо большое. Это все очень круто смотрится. Даже на мои старый ОС. На этой новой еще круче. Короче, они теперь подружки. Типа, я из 2022, допустим, я там снимала анимации. И я из 2023. Так, там больше ничего нет. В принципе. Мне очень все нравится, особенно кнопка YouTube. Там все очень круто проработано. Так, что дальше-то? А теперь предлагаю вам посмотреть все под музыку, потому что я устала озвучивать. Ну, в целом, посмотрите все под музыку и насладитесь этим. Нет, это для вас. Катала, а я с друзьями сгораю до тала. Бокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с колы, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. Тихая львица, ты моя царица. Собой мариванна меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Дикая львица, ты моя царица. Собой мариванна меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Я побегу за тобой, но любовь, кто обидит тебя, стану войной. Нет, ты не супер, супергерой. Это бывал хаоты порой. Между нами разгорелись пожары и ссор. На полу осколки, а я снова босой. Это не любовь, чертово колесо. Я хочу сказать тебе обо всем. Из клуба ночью на машине тебя заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. Тихая львица, ты моя царица. Знаешь, я так привыкла быть одна. Дух мой несет тебя. Я могу быть холодна. Там тьма, сердце моего тюрьма. Знаешь, я могу напасть и тебя врасплох застать. Легко пленила разум твой. Теперь ты следуешь за мной. Кубики подбрось, смерти не боюсь. Это не игра, я рискну, не трус. Доведу до слез, только я тут босс. Пусто в голове, подчиняйся мне. Я злодейка, точно злодейка. Чувства забыла, чувства забыла. Словно злодейка, точно злодейка. Чувства забыла, чувства забыла. Навсегда. Я жива, но мертва. Снова слышишь голоса. В пятке спряталась душа, убегай. Неожиданный сюрприз. Ты достался мне как приз. Стал игрушкой для меня. Вскоре выброшу смеясь. Я настолько плоха, что свожу тебя с ума. Наплевать на чувства всех. Я забочусь о себе. Под контроль тебя я брать люблю, и будешь ты со мной, да. Нет во мне души, забрать ее не сможешь, как ты ни крути, да. Легко пленить.
подброс. Смерти не боюсь, это не игра. Я рискну, не трусь, доведу до слез. Только я тут босс, пусто в голове. Подчиняйся мне. Я злодейка, точно злодейка. Чувства забыла, чувства забыла. Словно злодейка, точно злодейка. Чувства забыла, чувства забыла. Навсегда. Я жива, но мертва. Снова слышишь голоса. В пятки спряталась душа. Убегай. Бах-бах, для тебя нет преград. Отбрось свой страх. Думай головой ты. Давай же вперед, иди вперед. И сойдем с ума мы. Послушай, дитя, путь укажу нам я. Кубики подброс. Смерти не боюсь. Это не игра. Я рискну, не трусь, доведу до слез. Только я тут босс, пусто в голове. Подчиняйся мне, я злодейка, точно злодейка. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, up down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da.